Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Мой спонсор Дмитрий Новоселов, который поддерживает меня на сайте boosty.to/Судаков, заказал мне песню группы Twice. Песня называется Yes, Oh Yes. Это 6-й мини-альбом группы, так он называется, Yes, Oh Yes. Он хорошо продавался, у меня там порядка 500 тысяч продажи. Это был первый альбом группы Twice, который на японском чарте Oricon поднялся на первое место. То есть, на самом деле, он и там преуспел. И после того, как этот альбом вышел, суммарные продажи в Корее группы Twice, альбома всех перевалили за 3 миллиона. Это, в принципе, такое офигенное достижение. Но, разумеется, после этого у них перевалили за 4, по-моему, за 5 т.д. и т.п. Это уже было сильно позже. Песня вышла в 2018 году. Вот, ну что, в принципе, давайте реагировать. С этим клипом песни был связан такой легкий тупой скандальчик, как бы, потому что некоторые нетизены, им не очень понравился смысл песни. Давайте в процессе песни я и скажу, в чем была проблема этих дурных нетизенов. Ладно, в принципе, давайте реагировать. Спасибо еще раз Дмитрию Новоселову. Замечательный заказ. Эту песню искренне люблю. Ее написали, в частности, чуваки, которые писали «Хардшейкер», который мне изначально не то чтобы сильно зашел. Он был просто прикольным. Но потом со временем я ее как-то расслушал и теперь люблю, как и многие другие вещи Twice. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали. Здесь еще огненный клип очень красивый. Девчонки здесь в таких нарядах, матерь божья. По-моему, особенно Джихё. В смысле, не особенно, в том числе и Джихё. Тут прям 4 минуты с копейками клип длится. Тут драма. Ты чё, не он сидит такая? Ну, песня переводится как «да» или «да». Площадь Twice. Смены начали. Привет, парень. Я все для тебя упрощу. У тебя есть ровно два выбора. Да или да. О, такие милаки, караул. Очень запоминающаяся хореография, кстати, здесь. И опять, как обычно. Опять начали с Чонён. Тоже миленько. Не так часто это случается. Он играет роль такого водителя. Минула здесь гадалка. Это очень мило. Жанр такой синтепоп, как бы считается. Но он такой поп со синтепоп. Это она, видимо, выстрелила из стрелы. А, вот, да, пожалуйста. Отличная там лотерея. Колесо фортуны. Милух, милуха, милаха отзывай. Ух, как у нее глаза загорели. Да, вот это вот. Забавный элемент хореографии. Так по очереди смешно прыгают. О, волшебница. Все зависит от тебя. Это клевый переход, кстати. То, что то Мина, то Мома. И теперь еще и Наён. Такая выбралась из ящика. Yes, yes, yo, она сказала. Это тоже очень милошно. Хорошие, кстати, ударные у песни. Теперь. Ух. Тут на Момо засмотреться можно. Сколько сан, господи, это рай. Выбирай. Да, такая одежда Джихё очень идет. А тут забавная такая. Слева что-то мрачное, справа что-то светлое. Ну,
Тут еще переходы шикарные от кадра в кадр. Ух. Такой внезапный как бы дэнс-брейк, хотя даже не знаю, что это такое. Еще стилистика клевая у клипа. Такая прям колдунья у нас. Мина. Ничего себе. Видите, это целый такой постамент, который как бы куда-то едет. Хотя вряд ли, я думаю, нет, конечно. Вокал на фон добавили. Это одна из фишек. Ух, красота какая. Одна из фишек Twice. Здесь им классно сделали глаза. То ли линзы, то ли, скорее всего, компьютерными эффектами. Это очень правильно, это очень здорово. В общем, в чем был типа скандальчик? Некоторые нетизены выражали недовольствие тем, что девушки не представляют выбора несчастному парню. Они тебе говорят «да» или «да». Ну, как бы, если это всерьез воспринимать, то, конечно, наверное, это не очень хорошо, никто же всерьез такое не воспринимает. Девчонки говорят, выбора у тебя нет, я тебя все равно добьюсь. Ну, да или да. Как можно отказаться от вот этого? Тут действительно выбора, по-моему, нет. Вот, как-то так. Я когда прочитал, я очень удивился, очень смеялся, очень орал. Слава богу, это так вот. Повизжали некоторые товарищи и успокоились. Давайте слушать еще раз. Какая лепота, какая прекрасная песня, какой красивый и такой изобретательный просто клип. Hey, boy. Ну, правильный вариант, начать с таких красивых лиц сразу. Дахён, как обычно, yes. Смешная. Yes. Такая... Да, если это синтепоп, ну, да, разумеется, частично. Но он очень-очень позитивный. Давай уже, говори «да». Я почему-то этот танец, когда вот Мина вот «I don't care», мне плевать, мне плевать, мне без разницы. Не знаю, он очень как-то в память залипает. Ух. Что это? Ух, она еще с пушкой. И вообще клевая стилистика, такие юбочки. Клетчатые. Я, например, люблю клетчатые рубашки. Мы сойдемся. Не, хорошие переходы. Да, клёво Фокс, который показал Чион нам. Ух, это очень красиво. Глаза красиво горят. Эти штуки она красиво крутит. Вообще не вижу там проблемы никакой. А Дахён умеет силой мысли сгибать монету. Тут же Джихё добрейший взгляд. Кораллы просто.
Ну, вот эта вот фишка, что у них еще вылетает всякое. Же камера хорошо работает. Ух. Кать на десктоп. Не все такими линзами, с такими глазами прям красивые, опасные караул. Одним словом, еще раз повторюсь, одна из замечательнейших, одна из лучших песен Twice. Я вот послушал, сказал, елки-палки, как это прекрасно, Twice все еще могут. И вообще, это было 6, черт возьми, лет назад. Очень давно. Ой, какой кошмар, как это давно было. Тем не менее, напишите, что вы думаете на эту тему. Понравилась вам песня? Не понравилась? Хорошая? Да нет, конечно, должна была к минимуму показаться нормальной. Это не корейцы писали, это писали, повторюсь, те же люди, которые делали хардшеки. Там кореец писал текст, а музыкой занимались преимущественно иностранцы. Тем не менее, получилось, по-моему, очень здорово. Вот, спасибо еще раз моим спонсору, Новоселову, за то, что он мне эту песню заказал. Потому что, ну, когда бы еще до этого дошел. Так что, Дмитрий, спасибо. Всем пока.